Хей, йога, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру под названием Секира. Окей, полетели. Мы с вами пришли в воспоминания, как я понял, нашего уже отца. Поэтому, что мы сейчас делаем? Мы убиваем. Блин, там очень много этих скелетовых ниндзя. Поэтому нужно здесь вести эту осторожную игру. Ух. Тут вообще забыл. Можно их поубивать и это. Красок. А, за него денежку не дали. Короче, ниндзя они в основном там наверху сидят эти. Там этого здоровяка нету с ядом. Ладно. Через дом пойдем посмотрим. А нет, тут ничего нету. Просто не хочу с этими самураями драться снова, поэтому нафиг надо. Подслушать. Взять поместье Хитару. Оказалось, на удивление легко. Отличная наводка нам Филин дал, а? Не нравится мне это. Что с ним не так? Явный жулик. Он злодей, помяни мое слово, Мнасару. Сейчас оно не так. Интриги после это гораздо так, что просто Синоби без рода многие он не подобьет. Пока нам за это, так, передается деньги и выпивка. Я не жалаюсь. Не жалуюсь. Бля, это будет сейчас это жестко, слушайте. Я понимаю, что это сейчас сложно будет. Мне нужно хотя бы того убить. Могу я по-тихому просто в дом забежать? Так, уходим. Я понял. Так, давайте я юзаю леденец. Да ладно. Мне нужно этого грохнуть. Не знаю, я походу что-то в его системе сломал, поэтому для нас это вообще идеально. Ну нет, ну за что? Ладно, отлично. Тихо. Туда отходим.
Тихо, 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 тихо. Сейчас убьем всех, кто мне мешает, и я разберусь с ним. Хорошо, отлично. Так. Так, и нужно того еще грохнуть. Отлично. Все, можно теперь тебя убивать. Ой-ой-ой. Зря. Ну, я то помню, как... Когда к нему лучше подходить, поэтому... Он бывает многократно такой, поэтому... Давай, 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 я не буду к тебе спешить. Пипец, вот это удар ногой такой. Все? Тихо. Он легкий именно сам по себе как босс. Ну, рейдовый. Ну, как не рейдовый, да. А какой он? Я не знаю. Так. Главное, что я того убил. Это самое главное. С этим-то у меня проблем не будет. С этим у меня проблем не будет. Тихо. Хорошо. Получил отхилюсь. Тихо. Второй. Блин, а прикиньте, еще госпожа бабочка будет. Это будет же вообще жопа. Это вообще будет жопа для меня. Ага. Раз. Так, нога, удар. Готово. Плюс бусинка. Мне самый сильный из врагов сейчас, это вот эти самураи. Ух. Так, пепелище. Твердый металл. Ну, этот ничлюшка, как понятно, нихера не делал. Так, саке. Легкие деньги. Мы можем... А, слушайте, так мы можем сейчас сохраниться. В домике там же есть охранка эта. Если да, тогда мы можем потом тэпнуться. Хорошо. Блядь.
Ёлки-палки, как вы бесите. Не мог взять остаться там у себя, я не знаю. Остался бы там у себя, полежал, отдохнул. Нет же, надо было с копьем. У. Кто же эти не повосстанавливались? Я смотрю, здесь вещи. Генца. Так, ртуть. Только вещи. Если мы позже, знаете, на самом деле игру закончили. Если ж мы, если бы мы пошли по филину, было бы намного быстрее. Блин, я помню, в интро показывали, типа, бам-бам, там столько всего было. Если не открываешься. Здесь что-то добавилось воспоминаниям. Не. Тут ничего. Возвращаемся. Так, хорошо. Очень хорошо. Готово. Плюс левел ап. Плюс дрожжи. Так, отдохнем. Давайте переместимся, наверное, сразу, да? Так, важное место. С разрушенный храм. Если что, мы можем уже пойти до этих призраков. Или добьем в этой серии уже вот это все. Блин, а прикиньте, там бабочку нужно будет убить, а потом еще филина, ё-моё. Ну, с бабочкой помню примерно, но мне главное, что, скорее всего, не хватит на всех. Всего. Мне не хватит на всех всего. Так, протез, улучшить инструмент. Так, готово. Все, изи. Теперь мы можем убивать призраков. Отлично. Теперь можно рубить. Так, переместиться. Поместить хитару. Да, вот это плохо, что типа усложнился на в разы. Появились эти синоби сраные, которые сидят на домах. Это хорошо, что я развел их и убил все-таки того. И хорошо, что он заглючил. Даже так сказать. Так, и здесь я помню, лучник был. Нету ничего. Окей.
Филин. Могу я просто вот атаковать его? Ладно. В тот день, когда я забрал тебя, голодающая волчонка с поля боя, я не представлял, кем ты станешь. Отец, как мне печально, но я это сделаю. Манать, ребят. А у него типа... Пипец, он усложнился. Я думал, если там все будет как так, да, сейчас мы быстренько все, да-да. Да-да. Сейчас мы, ребят, все быстренько сделаем. Лучше к нему нахер не подходить. Видите, он теперь в этот момент даже не прыгает. Ага. Не, вот это уже, ребят, пошел сложно. Но желательно все равно убегать. Ой, блядь. Как же сложно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не, я понимаю, это все это жопа. Я это не пройду. Зря я пошел на хорошую концовку. Ну, ладно. Чем бы нет. Да-да. Ну как он мне достает, скажите, в спину? Как ты достаешь? Он меня все равно достает в спину. Ого, 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 он тупик меня забил! Пиздец. Не, а лучше бы ты был как тогда. Я просто понимаю, что это буду вообще жопа долго. У меня хилок уже не будет. Пока я до туда дойду. И он меня еще зажать может. А, класс. Ну, думаю, здесь понятно, да? Кто выиграл. Да-да-да. Ну, прощай, господин волк. А, голодный волк. Да-да-да-да, круто. Вкус, вкус, знаете, такое говно. Чё-то, короче, мне кажется, что... Да, дерьмово все. Очень дерьмово. А по-тихому... Нему навряд ли, да, смог подойти. Да.
Брадли. Я не понимаю, как он достает мне в спину. Как он достает мне в спину? Я знаю, что только первый. Это только первый этап. Вот, ну блин, я вот это не пойму, когда он... В спину ко мне бежит. Как он это делает? Мне кажется, мне легче... А как? А ее можно парировать или типа того? Да-да-да-да-да, именно. Короче, я так подумал. Нахер надо, ребят? Я, наверное, отправлюсь убивать призраков. У нас есть три места с призраками. Именно с... Нет, два места с призраками дальнего боя, два места с призраком ближнего боя. Поэтому я думаю, лучше призраков идти убивать. Нахер надо это все. Разрушенный храм. Нахер это все нужно. Сложно. Это сложно. Сложно. Ну, по идее, мне вот этот новый предмет, который мне дали, он должен очень хорошо помогать против призраков. Так. Сколько ты там тратишь? Тоже единичку, если не ошибаюсь. Да, единичку. Это очень хорошо. Осталось найти проход. Проход, кажется, здесь. Нет. Не тут. Пойдем убивать призраков, короче, в этой серии, ну нахер. Я думал сначала с этим сразиться, но я вижу, что я его не смогу бить. Слишком сильно. Че? Переместиться, крайняя осина, дорога в замок. Лестница смерти. А я не помню уже тогда, где это. Но сейчас мы идем к там, где первый призрак. Дальнего боя, по идее. А где вот это было тогда сокращение пути? Где второй вот этот? Типок призрачный. Где тогда второй типок? Призрачный. Так, что это за место? Я тут был? Стоит, что сюда? Я сюда не ходил. Что-то я этого места не помню. Кажись, я здесь не был. Ну, пойдемте посмотрим, что здесь. Класс. Классно. Супер. Супер-пупер, я бы сказал. Даже так. Я бы даже сказал супер-пупер. Да, мы тут были, оказывается. А чем я тут занимался? Я что-то вообще этого места не помню. Ладно.
Окей. Давайте тогда вспоминать, а где были призраки? Один, помню, на кладбище точно был. Это в Туманной Рощи. Второй здесь. Второй у нас здесь. Я к нему что-то прийти не могу. Мы сейчас сюда придем, в принципе. Где сокращение пути у нас? Мы же тогда открыли с помощью ключа. Так. Походу дальше. Так, кажется, да, сюда. Да, это было здесь. Я не знаю, как работает тогда. Тихо. Я тогда не знаю, как работает эта схема. Это, кажется, ваншот. Нет, это не ваншот. А как использовать? Я не помню, как использовать. Подождите, а как использовать? У меня как бы уже его нету. Все равно не понял. Я все равно не понял. Поэтому валим. Когда пойму, вернусь. А, точно, это этого входа с колоколом. Да? Значит, все равно не понял, как работает. Подожди, дайте я, наверное, прощу. Я знаю, им как-то можно атаковать, типа возвращать все. Встроенный зонт расширен, расходует эмблему духа. Раскрывает зонт, можно защититься от атак со всех сторон.
но движение защищается от легких атак. Несущее благословение финансовой зоны защищает от урона, наносящего призраками. Давайте попробуем просто крутить и все. Может, он там накапливается, можно будет его грохнуть. Не знаю, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Не понял. Ой. Ладно, что-то не уходит. Значит, делаем по-другому. Где мои конфетти? Бац. Трах. Но это просто из-за... Так, тихо. Фух. Успел. Так, благословение Ака. Безголовый дух Ака временно повышает урон вражеской жизни и концентрации. Могут использовать многократно, расходуя при этом эмблему духа. Так, при этом исправят. Безголовые тени героев, которые пошли с пути праведности. Упокоившие души можно получить, если и так, получать его силу, но при этом нужно что-то дать ему взамен. Повышает урон вражеской жизни и концентрация. Окей. Ну, как вы видите, мы его убили. Конечно, я потратился. Я не понимаю, как все равно работает этот. Шапка. Как контратаковать ей? Именно в ответку отдавать. Потому что я знаю, как-то можно с помощью этого этой шапки собирать энергию.
типа вот эту магическую, и возвращать обратно во врага. Что-то как-то не пашет. Ладно, давайте, короче, я, наверное, на этом закончу. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И... до новых встреч, друзья. Увидим, короче, нужно поискать других призраков, поэтому всем пока.